Святой, наследием ее обучие. Сколько трубит трубами я, аллилуйя, кровь завета, сколько я через рабов своих говорю и стучу в сердце свое твое, ну как оно упорно и упрямо. Но я говорю тебе, наследие мое, оцени эти дни, ибо они так драгоценны для тебя. Каждая душа уразумеет, что я отрезал время для того, чтобы церковь моя приготовилась и очистилась, говорит Дух Святой. Наследие мое, милость и любовь моя, великая в душе твоей. Так ныне говорит Дух Святой, дети мои, время последнее, а рабочие часы бьют полночь. И ты не знаешь, каждая душа, когда оборвется жизнь твоя. Но я сегодня предлагаю тебе, глубоко загляни в сердце свое и скажи: Господь, вот я перед тобою, Ава Отче, очисти внутренность мою, освяти ее мой кровью твоей, ибо я пришел на это место Духом Святым, дабы просветить твой разум, Ава Отче, дабы сделать тебе совершенное действие, аллилуйя. И говорю тебе, каждая душа, подойди ближе к жертвеннику моему, я ожидаю тебя в объятиях своих, я люблю тебя, слышишь, народ мой, Ава Отче, я пролил кровь святую за каждую душу на этом месте, я вижу израненные сердца, я вижу борьбу, я вижу утомленного, изнеможенного, и говорю тебе, дитя мое, у тебя есть Бог живой, который любит тебя, который хочет освободить тебя от оков греха, который хочет дать тебе мужественность и надежду, говорит Дух Святой, потому говорю, наследие мое, Ава Отче, как у многих нету радости во спасении, как многие потеряли радость в Духе Святом, а многие и не исполняются в Духе Святом. Отчего от того, что ступили на территорию врага, а я ныне говорю тебе, наследие мое, выноси во свет грех свой, выноси все во свет покаянно, говорит Дух Святой, я воистину благословлю тебя, я исцелю тебя, я освобожу тебя, народ мой, ибо любовь моя великая в душе твоей, я не желаю смерти твоей, народ, я не хочу входить сюда и своими вдовами твои, ибо я Господь Иисус Христос, непрестанно ходатайствую перед Отцом своим, за тебя каждая душа, аллилуйя, ибо была великая цена уплочена на Голгофе, за каждого из тебя, аллилуйя, я хочу тебе сказать, наследие мое, тебе нужно освобождаться от ветхой природы, говорит Дух Святой, ты много говоришь неправды и лжи на ближнего, ты много клевещешь и поносаешь, ты много злословишь, ты много завидуешь, говорит Дух Святой, ты много и много похотлив, говорит Господь, о страстолюбии, говорит Дух Святой, о, дети мои, Ава Отче, много есть грехов посреди тебя, но я сегодня, говорит Дух Святой, не выношу это все вслух твой, но я сегодня предлагаю тебе соединиться со мною в молитве, соединиться с Духом Святым, Ава Отче, дабы пришло осознание в сердце твое, дабы пришло осознание в разуме твоем, ибо у многих закрыт разум, говорит Дух Святой, без печи и равнодушие к душе своей, а я говорю тебе, душа, поторопись примириться с Богом твоим, ибо время тяжкое грядет на землю, суды мои грядут на землю, а также и на эту местность, говорит Дух Святой, я Господь, Ава Отче, я буду входить в каждый стан, я буду проверять жертвенники церковные, и те, которые противились Духу Святому, те, которые противились откровениям свыше, говорит Дух Святой, я буду велико взыскивать, говорит Господь, ибо сегодня рабы мои пренебрежение, сегодня откровение от Духа Святого пренебрежение, и народ сегодня не имеет ведения от того, что ожидает Иисус священников ведения, а я говорю, сыновья мои священники, станьте на стражу сердца своего, велико становитесь проломы молитвенные, мне не нужна обрядность и религия, говорит Дух Святой, ибо это все я буду разрушать рукою своею, говорит Господь, ибо мне не угодно, говорит Дух Святой, плотские поклонения, говорит Господь, я лишу поклонников в духе истины, говорит Господь, и потому говорю тебе, каждая душа, имей страх перед Богом живым, ибо я буду взыскивать из проповедующих, говорит Дух Святой, из пророчествующих, говорит Дух Святой, из тех, которые стоят в
Святой, взятие силы от Господа, как никогда открывает Дух Святой, ибо тяжкое время грядет на землю. Дети мои, Ава Отче, я предупреждаю и говорю о том, что дни последние, говорит Господь, не ожидайте благоденствия, не ожидайте лучших времен, ибо Господь грядет в великой силе, великой славе на землю, Ава Отче. Господь будет испытывать веру народа своего, Господь будет испытывать строение, и говорю, наследие мое, вера, вера тебе нужна, ибо я Господь, который люблю тебя, я не оставлю тебя, я проведу свою церковь, еще прославлюсь через церковь свою, еще мир увидит лицо Господа через мою голубицу невесту, но прежде, говорю тебе, народ мой, я буду очищать многие души, говорит Господь, ибо много есть греха и беззакония в народе моем, но я, Господь, еще даю тебе время, чтобы ты осознал вину свою, чтобы ты покаялся, чтобы ты перестал осуждать, чтобы ты перестал взвешивать своими человеческими весами. Ибо говорит Дух Святой, есть на этом месте души, которые, Ава Отче, поносят моих рабов, говорит Господь. А разве ты имеешь право, человек, судить чужого раба, говорит мне Дух Святой. Я знаю, как и что делать со своим рабом. Я знаю, как его вразумить. Я знаю, как его обрезать. И я знаю, как заговорить с его сердцем. Но кто ты, человек, говорит Господь, что ты будешь смешивать своими человеческими пониманиями моих рабов, как они стоят и как они падают, открывая Дух Святой. Я поставил своих рабов, своих служителей, чтобы они в страхе Божьем учили мой народ и освящали, и очищали мой народ через Слово Божие, говорит Дух Святой. Но сегодня народ избирает себе учителей, дабы льстили их слуху, наследие мое. Ты сегодня стал изнеженный, ты не хочешь принимать обличение, ты не хочешь принимать обрезку, ты стал таким обидчивым. О, дети мои, разве не разумеешь, что земля и тела на ней сгорят? Разве ты не разумеешь, что на земле все пройдет, как цвет на траве открывает Дух Святой? Какое тяжкое время грядет на землю, как многие пойдут в темницу за истину мою, как многие пойдут под жертвенник. О, дети мои, если бы вы разумели, какая година грядет на землю, вы бы не стояли в праздности, но стояли бы день и ночь на коленях, умоляя Творца Господа, дабы была милость над домами вашими, ибо будут болезни неизлечимые, когда не золото и серебро, и человек не сможет помочь тебе, но только живая вера в живого Бога, отвечает Дух Святой. Потому ныне говорю тебе, наследие мое, не время сегодня делить одежды мои, не время сегодня говорить, вот это можно, а это нельзя, ибо я, Господь, имею намерение на эту церковь, и в этой церкви будут великие перемены. Я избираю зерна в этом стане и наделю великой силой, властью и помазанием, и буду действовать, говорит Дух Святой, и человек не сможет воспрепятствовать, ибо скажет, это воистину, и Дух Господень совершает работу. Потому будьте верны мне, будьте послушны, говорит Дух Святой, послушны Слову Моему, послушны Духу Святому и послушны стоящим мужам моим в истине моей, тем, которые несут истинное учение, говорит Дух Святой. Дети мои, Ава Отче, велико молитесь за служителей, ибо придут времена, говорит Господь, когда многие служителей пойдут пред царями за имя мое, говорит Господь. О, будет взвешивание великое, говорит Дух Святой, тогда откроются искусные, тогда откроются лицемеры, говорит Дух Святой, которые только устами исповедовали меня, но сердцем были далеко от меня. И так, говорит Дух Святой, по всей земле будет великий пересел, великий отсел, говорит Господь. Я отсею полову от пшеницы, и Господь будет изливать поздний дождь, а волчий кровь завета. Сила пойдет великая по станам, будут великие пробуждения, ибо Господь готовит церковь свою. А тебе говорю ныне, народ мой, благодари за эти дни благоденствия, благодари за эти молитвенные служения, что я собрал тебя на этом месте, и ты можешь свободно прославить Бога твоего, ибо придут дни, говорит Дух Святой, когда
никогда не сможете так собраться, когда церкви будут закрыты, говорит Дух Святой, и будете собираться по горницам, по крупицам, и будете славить Господа вашего. А ныне, говорю, наследие мое, черпай силу, ибо я, Господь, открыл я мину на этом месте, дабы напитать душу твою, дабы приготовить тебя, наследие мое, на день посады, говорит Господь, ибо тебе нужна сила от Господа, и я, Господь, люблю тебя, и верных своих проведу, верных своих укрою, сохраню, верные мои овощи, они будут, аллилуйя, идти за Господом стройно, и